разбросала огни вечерние, в синем небе серебрится Млечный Путь. И на каждом перекрестке уж, наверное, дожидается свидания кто-нибудь. Ведь и вам знакомо это состояние, ждешь и глаз не отрываешь от часов. Любят девушки помучить ожиданием, что ж обычай уж у девушек таков. Любовь приходит не по расписанию, зато приходит не на дни, а на года. Она явиться может с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Долго девушки к свиданию наряжаются, а поспеть не могут вовремя никак. Кто ж на девушек за это обижается, опоздала на полчасика пустяк. У нее зато глаза такие ясные, у нее такая теплая рука. И она на свете самая прекрасная, и другой такой уж нет наверняка. Любовь приходит не по расписанию, зато приходит не на дни, а на года. Она явиться может с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Нет, упрека нашим девушкам не брошу я за минуты ожиданий и тревог. Все равно они родные и хорошие, даже если не приходят точно в срок. В час свидания, в вечерний час таинственный, даже звезды светят ярче и сильнее. Сердце тянется всегда к одной единственной, и любовь приходит тоже вместе с ней. Любовь приходит не по расписанию, зато приходит не на дни, а на года. Она явиться может с опозданием, но лучше поздно, чем никогда. Может с опозданием, но лучше поздно, чем никогда.